Не допускать задержек при строительстве водозабора в камчатском селе Тигель поручил местным властям губернатор. Владимир Солодов проверил ход работ по созданию системы водоснабжения, которые ведутся по нацпроекту. Стройка позволит обеспечить сельчан качественной питьевой водой. Если сейчас она поступает из открытого водозабора, то по завершении проекта начнет идти из трех закрытых скважин. Для этого подрядчику предстоит проложить около 3 километров сетей и обустроить площадку водозаборных сооружений. Строительство должно завершиться до конца текущего года. По словам руководство местной администрации, при содействии Минприроды региона удалось получить лицензию на разработку карьера в Тигильском районе. Там будут добывать материалы, необходимые при создании водозабора и других важных объектов.